почему я прервал твою встречу с Богартом, да? Я думал, это понятно. Он мог превратиться в лорда Волан-де-Морта. Я думал о Волан-де-Морте вначале. Но потом я вспомнил ночь в поезде и Дементора. Замечательно. Значит, ты больше всего боишься страха. Это похвально. Перед обмороком я кое-что слышал. Женщина кричала. Дементоры вызывают самые плохие воспоминания. Наша боль подпитывает их. Это была моя мама. В ту самую ночь. Когда я тебя первый раз увидел, Гарри, то сразу тебя узнал. Не по шраму, по глазам. У тебя ее глаза. Да. Да. Я знал ее. Твоя мать поддержала меня, когда все от меня отвернулись. Она была не только одаренной волшебницей, но и невероятно доброй женщиной. Она умела видеть красоту в других, даже тогда, когда человек сам в себе этого не видел. А у твоего отца, Джеймса, был особенный талант. Он вечно попадал в переделки. Талант, который ты унаследовал. Ты очень похож на них, Гарри. Ты сам в этом скоро убедишься.